на обзор в магазине покупал. Тресковые трехугольники. Не помню, пробовал такие, не пробовал, попробуем. Всем доброго времени суток, дорогие подписчики, мира и добра. Сейчас духовочку разогрею на 220 градусов и на 15 минут отправлю тресковые трехугольники. И будем жрать потом с аппетитом. Тресковые треугольники приготовились. Вот какие. Три штуки все было в этой упаковочке. Настроим. Батя, брат, идем. Прям с аппетитом. Значит, посильнее поджарю. Все со мной кушать. Горячевато. Лучше самому котлет надел. Так, 7 из 10 примерно. Парит еще. Если сам будешь, конечно. Специально поддел, чтобы панировка была хрустящая. Свою манку добавил. Составил. На 7 больше не тянет. А больше 10 из 10. Вот так вот, дорогие подписчики.